для того, чтобы не дать шайбы выйти из зоны. Момент Дугина! И бросал он в кучу игроков. Вдруг рикошет или сама зайдет. Родная, не попал. Еще момент! Вот, собственно, он подбирает эту шайбу. Сам идет за ворота, выкатывается и с неудобной в дальний угол. Но здесь вопрос, конечно, и к тому же Соловьеву, который заблокировал обзор Еременко и не сопроводил Деррена Куинта и человека, который стоял на пятачке, Дмитрий Петров.